14 февраля весь мир празднует День Святого Валентина. В этот день принято дарить цветы и подарки, говорить слова любви. Такие слова могли сегодня услышать и пассажиры необычного влюбленного автобуса, который курсировал в Волжском. На нем прокатилась и наш корреспондент Екатерина Караваева. День всех влюбленных отмечают во всем мире уже более 100 лет. По преданию, этот праздник был назван по имени святого мученика Валентина, римского священника, жившего в III веке, который тайно венчал влюбленные пары, несмотря на запрет императора, за что и поплатился жизнью. Как бы то ни было, праздник 14 февраля – это еще одна возможность для всех влюбленных рассказать о самом главном чувстве – тайном или явном. 14 февраля – это тот день, когда я могу еще раз повторить своему любимому человеку свои чувства, показать ему все это. И, как сказать правильно, чтобы она не забывала, что это все, любовь не проходит. Если она есть, то она навсегда. 14 февраля традиционно мужчины спешат порадовать своих любимых живыми цветами. Тщательно выбирают и бережно заворачивают от мороза в газеты. Правда, продавцы этой красоты говорят, что нынче влюбленные гораздо меньше покупают их товар. У вас в честь праздника увеличились продажи цветов? Честно, нет. Ожидали лучшего. А с чем вы думаете, это связано? Холодно. Холодно. Я считаю, что с холодом. А может быть, морозы. У людей обеднели чувства? Может быть. А вот чему не помешали морозы, так это традиция пускать по улицам Волжского 14 февраля влюбленный автобус. С виду совершенно обычный, но внутри украшен разноцветными шарами и, что главное, улыбками пассажиров. Остановка «Спутник жизни». А я напоминаю, что сегодня у нас замечательный светлый праздник – День Святого Валентина. И мы поздравляем всех с этим праздником, желаем любви и счастья. Во время остановок организаторы тура любви не тратили время зря. Проводили с пассажирами конкурсы, рассказывали стихи о любви и дарили подарки. А также помогли волжанам взглянуть на родной город по-новому. Пассажирам нашего города мы предлагаем совершить необычную экскурсию. Каждая улица нашего города носит название, связанное с великим праздником, праздником любви. А в перерывах между остановками мы предлагаем пассажирам сказать пару строк, посвященных любви и счастью. Акция «Влюбленный автобус» проходит в Волжском уже в 6-й раз. Основная ее цель, говорят организаторы, сделать холодный зимний день теплее и ярче, а волжан добрее и щедрее на чувства, остывшие за холодную зиму. И, судя по всему, им это удается. Приятно, очень празднично, нарядно, чудесно. Настроение поднимается. В этот праздничный день площадь имени Логинова превратилась в площадь Амура. Но главное, говорят организаторы автобуса любви, чтобы праздник в нашей жизни был каждый день. Екатерина Караваева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».